Всем привет! И сегодня я расскажу вам всю правду о SketchMarker. Моими фаворитами среди маркеров являются ProMarker и Potentate. Я делал обзор на эти маркеры, ссылку вы сможете найти в описании к этому ролику и в первом закрепленном комментарии. Я решила изменить своим правилам и выбрала готовый набор. Раньше я всегда составляла набор сама, я покупала те цвета, которые мне нужны. Таким образом у меня сформировалась какая-то определенная палитра, и я точно знаю, какие цвета мне нравятся, какими я чаще всего рисую и какие быстрее всего расходую. Я долго думала, какой же набор мне взять, и я остановилась на этом наборе. Мне очень понравились цвета, которые входят в этот набор, и после двухнедельного тестирования этих маркеров и рисования двух серий иллюстраций, я бы не стала убирать ни один цвет из этого набора, но я добавила бы тот цвет, которого мне не хватало, это оранжевый. Поэтому на всех иллюстрациях, которые я вам сегодня покажу, оранжевый это не цвет SketchMarker, это цвет либо Potentate, либо ProMarker. Эти маркеры ничем не отличаются от обычных спиртовых маркеров, они также имеют с одной стороны узкое перо, а с другой широкое. Из минусов, которые очень сильно тормозили мою работу и портили мое настроение, это то, что обозначение пера на самом маркере со временем стирается. Когда он новый и вы только начинаете им рисовать, то вы видите четко, с какой стороны у вас какое перо, но как только вы им попользовались, эта картинка просто стирается в ноль. Я рисую ими 2 недели. Ну, правда, не каждый день, но тем не менее. Если посмотреть на эти маркеры, то со стороны тонкого пера там есть небольшая серая полосочка, по которой, в принципе, можно определять, с какой стороны какое перо. Но такие простые вещи просто не держатся в моей голове. Особенно, когда у тебя очень много разных маркеров, разных фирм, запоминать каждую особенность, с какой стороны какая полосочка, это очень тяжело. Эта информация просто улетучивается в процессе работы. Ты вроде бы пытаешься на этом акцентировать свое внимание, но все равно это такая невидимая часть, что ее недостаточно для определения, с какой стороны какое перо. Для меня очень важно, чтобы цвет, который изображен на колпачке маркера или на самом маркере, максимально точно совпадал с цветом, который мы потом получим в реальности, на бумаге. В этих маркерах я не нашла ни одного цвета, серьезно, кроме черного, который бы полностью совпадал с колпачком. Они похожи, да, и в принципе можно догадаться, но от цвета, который вы получаете на бумаге, колпачок отличается на тон или несколько. Колпачок всегда светлее, какой бы ни был цвет, но он светлее. Если вдруг вы тоже пользуетесь этими маркерами, а может быть даже у кого-то есть такой же набор, как у меня, напишите мне, пожалуйста, об этом моменте, насколько у вас совпадает цвет. Сами маркеры мне очень понравились, но этот момент с несоответствием колпачков меня очень сильно отталкивает и напрягает и заставляет пока что остаться со своими проверенными и любимыми Potentate и ProMarker. В этом наборе был листо с выкраской. Я считаю, что это полная хрень и трата времени, но серьезно. Если бы я пользовалась только этими маркерами, и это был бы мой единственный набор, то да, я бы потратила на это время. Когда маркеров очень много, и фирм этих маркеров тоже много, то просто невозможно делать выкраску для каждого набора. Это колоссальная трата времени и просто пустое занятие. Приведу вам такой пример. Я в этом убеждаюсь каждый раз, дорисовывая какую-либо иллюстрацию. У вас есть час свободного времени сегодня. Вы начали что-то делать, что-то рисовать, выбрали какие-то цвета, все это нарисовали и оставили вашу работу до завтра. Садитесь завтра, вы смотрите на цвета, которые вы использовали и понимаете, какие это цвета. Сложно их определить, потому что, во-первых, прошло время, они высохли, они, возможно, немножко поменялись. Колпачки совершенно у вас не соответствуют с тем, что получилось на бумаге. Прикладывать выкраску, она все равно отличается, потому что есть цвета, которые, например, вы смешивали или добавляли еще какой-то тон. Вы можете интуитивно предположить, что, возможно, это этот цвет этого тона, но это не факт. И вы просто портите свою работу, потому что добавляете и дорисовываете теми цветами, которыми вообще не предполагали это делать. Но согласитесь, это серьезно неудобно. И я не понимаю, почему это такая проблема для производителей маркеров делать колпачки нормального цвета. Это один из самых больших минусов в работе с маркерами. Чтобы подтвердить свои слова, я хочу, чтобы вы увидели все сами. Я покажу вам, какой тон и цвет дают маркеры, которые я использовала в этой иллюстрации. Это моя серия, посвященная персонажам «Игры престолов». У Тормунда такие же красные полоски на ботинках, как этот красный маркер. Такие же синие штаны, как этот синий маркер. Если вы думаете, что это черный маркер, то я спешу вас разочаровать, потому что это серый и не самый темный. Посмотрите на его колпачок и на цвет, который у меня получился.
Это одна и та же бумага. На этой же бумаге я рисовала и все иллюстрации, которые вам сегодня буду показывать. Я очень люблю этот цвет. Но посмотрите опять же на колпачок. Это как будто бы яркий, обычный желтый. Но получается по итогу грязный желтый, похожий на горчичный. Мне очень нравятся цвета, которые находятся внутри этих маркеров. Но колпачки — это просто обман. Штаны Бриены — это как раз этот самый горчичный желтый. Он очень красивый. Но почему бы не сделать колпачок такого же цвета? Вы видите, что все колпачки светлее. Ну и смотрите на название. Мне кажется, желтым — это явное несовпадение. Это совсем не светлый желтый. На этом минусы этих маркеров закончились. Мне не понравилось только то, что колпачок не соответствует с реальным цветом, и то, что обозначение, с какой стороны какое перо, стирается. И очень сложно ориентироваться по этой полосочке. А теперь пойдут только плюсы. Первое — это сумка. В ней реально очень удобно хранить маркеры, выбирать их, доставать. Даже на фотографиях она смотрится очень круто. Внутри сумочки есть выкраска, которую я бы сразу выкинула, но мне нужно было показать ее вам. Это часть упаковки с цветами и описанием маркеров. Тут можно найти подробное описание маркеров и палитру. Она, кстати, тоже не совпадает ни с реальной, ни с тем, как нарисованы на колпачках, поэтому это какая-то новая третья палитра этого набора. Эти маркеры удивят вас своей стоимостью. 36 цветов. Это очень дешево за качество. Чернил хватает надолго, учитывая, что я рисую уже, наверное, 14-ю иллюстрацию, большую и многоцветную, у меня не закончился еще ни один цвет. И даже не похоже, что он близок к тому, чтобы закончиться. Я использую действительно очень большое количество чернил. Даже черный, который я просто не щадила, у меня еще не закончился. Хотя кажется, что в цветных работах черного очень мало, это не так. Потому что это один из самых основных и расходуемых цветов. Особенно если вы любите глубокие тени, контраст и черный контур. Если говорить про цвета, то я повторюсь еще раз, что каждому из этих цветов я говорю «да». Это идеальная палитра для меня. И так как я не люблю откровенные яркие цвета, мне гораздо интереснее и приятнее работать сложными цветами, иногда даже какими-то грязными оттенками. Например, не серый, а синий-серый, или не желтый, а горчичный, не оранжевый, а какой-то более коричневый. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Мне очень нравится, как выглядит плотность заливки. Она просто идеальная, равномерная и красивая. Если добавлять второй тон, то цвет остается чистым, он просто становится темнее. Эти маркеры не растирают ручку, потому что я обычно сначала делаю черный контур гелевой ручкой, а потом рисую маркерами. Контур остается черным, насыщенным, и маркер не размывает его и не пачкает вашу работу. Надеюсь, я помогла вам в выборе маркеров своим обзором. Если вы пробовали рисовать скетч-маркер, напишите свое мнение об этой фирме. Недавно у меня вышла небольшая коллекция совместно с FabFab, и как раз на их сайте эти броши можно и приобрести. Мне очень нравится, как выглядят мои картинки в виде брошек, поэтому я с удовольствием сама их ношу. В ближайшее время я хочу сделать конкурс в Инстаграме и разыграть эти броши. Так что следите за новостями и подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы не пропустить этот волшебный момент. Самое приятное в этих брошах для меня – это то, что позади выгравирован мой логотип. Я решила, что помимо прощания с вами, в конце видео я буду добавлять несколько интересных или важных моментов. Сегодня ими будут первое то, что я собираюсь преподавать. Это будет курс о персонажах, иллюстрации и обо всем, что нужно для того, чтобы делать это профессионально, хорошо. Я составила очень интересную программу. Занятия будут проходить в Петербурге в школе «Пора рисовать». Об этом я обязательно размещу более подробную информацию. Ну, а еще я продолжаю писать книгу. Она скорее вдохновляющая и помогающая, чем художественная, с практическими заданиями и реальными примерами. Возможно, в ближайших видео я уже анонсирую несколько первых страниц и покажу вам, что же у меня получается. Подписывайтесь на мой Инстаграм и заходите в группу ВКонтакте. Пока-пока, приятных рисований!